Парни, смотрите, вот канатная дорога, вон там приемная часть, это вот площадка, если видите. Вот канат идет, канат, 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 канат. А вот здесь люльки выезжают. А вот запасные троса. Когда троса обрывается и туристы падают в реку, вот эти новые троса натягивают. Еще раз маршрут, траектория движения, и там в конце вон площадка. Очень низкое небо сегодня, ребята, прям такое пасмурное. Сегодня 26 декабря 2020 год. Снежок тут лежит в Салахауле, кое-где, в каких местах там, по обочинам. Есть такое дело. Первый раз я увидел, а вот, кстати, первый раз я увижу снег в Сочи. Ну как это, уже, наверное, не Сочи. Салахаул — это 30 километров гор. Вот снежок. Здесь раньше надували шар воздушный, поднимали туристов вверх. Впереди вот чайные поля. И перспектива — это горы. Вживую, наверное, конечно, смотрится все лучше, чем на экран мобильного телефона. Вот такие. Вот так, ребята, растет чай краснодарский. Знаменитый самый северный чай в мире. Агамыс — это центр чайного производства, был всегда, еще со времен царских. Ну и в советское время тут все активно развивалось. Хотя грузинский чай, мне кажется, что, ну, он южнее, конечно, но он более старый, более древний. И грузинский чай, про грузинский чай я знаю, значит, там какая была история. Его когда начали сажать, всеми, ну, руководством всего этого занимались, по-моему, греки. Греки, да. А работниками были китайцы, то есть такой греческо-китайский. Ну, тут, конечно, требуется уточнение, я так по памяти рассказываю вам, потому что я точно не помню, я просто ознакомился с этим вопросом. Ну, можно погуглить на самом деле, и будет понятно, чего и как было сделано. Вот горы. Чайные плантации. Он не вянет, я так понимаю, что его сейчас, видите, он в снегу, но зелененький. Снег, чай, все, горы, кофе. Дмитрий Гидер с вами. Снимаю для вас контент. Вот и чайные кусты. В чае, ребята, больше кофеина, чем в кофе. Так что это, если хотите взбодриться, то лучше плескануть чая в стакан, чем кофе. Как это ни странно, да? Из Адлера ехать на такое же расстояние, это уже начинается Красная Поляна, там и садок, там все вот это вот дело, где туристический кластер. Поляна, только Красная Поляна южнее, там, соответственно, горы выше, потому там лыжные вот эти все замуты, они более логичны и, ну, как бы более развито. Там эстонцы жили. Здесь вот мы проезжали, съехали. Альтмец называется. Я не знаю, немецкий населен, мне кажется, это немецкое название. Альт — это верх. А мец. Ну, тоже какое-то немецкое слово, потому что я помню мец. Есть такой корень в немецком языке. Кто там в немецком шарит, напишите, что это такое мец. Ну, то есть какой-то верхний мец. Альтмец.
Потом верхний русский ло. А, кстати, вон, смотрите, вон сзади меня гора. Видите, вон на ней. Где? Вот, показываю. Вот видите, тут уже тоже снег лежит. Здесь я даже не знаю, какая высота над уровнем моря, надо посмотреть. Сейчас посмотрю. Смотрите, какой густой тут, короче, кустарник, что вот даже можно воткнуть мой термос в кофе. И он так красиво смотрится. Отлично. На фоне гор можно еще даже сделать вот такую картинку. Прикольно, да? Снег еще попал в кадр. Ну, вообще, огонь. Ребята, ну я посмотрел, короче, замерил по специальному приложению, сколько здесь высота, оказалось 543 метра. Ну вот в этом месте, ну там как бы он еще, сзади меня, видите, там еще горка, туда вверх, с Лахау. Метров 30 там максимум. Так что, в общем-то, 540 метров, ну это совсем мало, конечно. Вот, парни, еду с Алахаул. Тут вот такая вот тема, шар круглый. Со всякими услугами дополнительными. Парни, смотрите, какое огромное дерево. Оно внизу в обхвате, но оно уже мертвое, конечно. Но внизу в обхвате не знаю сколько. Там человек, наверное, 5-6 должно его обхватить, чтобы соединились руки. Вот, для сравнения, знак. До него метров, наверное, 15 по склону. Какой-то он огромнейший. Даже не знаю, что это за дерево такое. Сравните вот с остальными. Вот, смог подобраться поближе, хоть склоны очень скользкий и мокрый. Вот такое удивительное дерево, как и Сайлент Хилла.